Всем привет, друзья! С вами Галерея Ретро и канал GG Family, это Макс. Да, здорово. Сегодня без Катюхи, привет-привет. Да, она в такие игрушки не играет, а мы сейчас попробуем в батлу пятую, да, поиграть. Угу. Посмотрим, как дела обстоят. Куда побежим? Ну, надо в ту сторону, не в ту, которую... Ай-яй-яй, стреляют уже. Да, вот я вижу. Блин, офигенно, кстати, очень прикольно выглядит графон. И да, графон очень красивый. Прям удивило. Порадовался. Ой, блядь. Мне уже по каске попали. А помечать, интересно, можно? Да, можно, он я кого-то там пометил. Бежит кусок говна. Дохнул. А! Так, ну-ка, подожди. А, я не медик. Так бы я, может... Там какую-то кнопку нажимаешь, типа, это... А, не, могу тебя поднять. Все, сейчас ништяк тогда сыграем. А то я проверял тоже до этого, и никто меня не поднимал никогда. А ты выбрал класс, да? Или нет? Или я автоматчика выбрал, который самый первый-то был. А, ну значит можно типа друг друга поднимать. Ну да, да. Ой-ой-ой, стреляю. Так, я... Блин, их ни хрена не видно. Да, пытаюсь адаптироваться, потому что нифига 10 не видно. Картинка яркая, все сливается. Ага. Но вот руки классно выглядят. Блять, а где... Че, может пора? Коль, вот сюда, видел, куда я побежал? Там чувак спрятался за это, с боковушки. У нас, да? Да-да-да. Вот сейчас заходишь, и вот за лестницей прям. Направо. А вон кусок говна. Ты бы видел, как он с моста упал. Он до сих пор висит, пойдем посмотрим. Блять, тут до хрена их. Одного убил. Блять, меня сняли. Это деплойница на меня. Я надеюсь, ты это увидишь. Это просто... Не, ну у меня просто он валяется. Просто? Да. Я до этого проверял, у меня тоже чувак так согнулся пополам и висел на воздухе. О, бежит. Все, я у тебя. Я его пометил вроде бы. Наверху. Блин, надо, короче, кампера сейчас взять. Вот он. Ай-яй-яй-яй, да блин, что меня убивают тут постоянно? А чё он не умирает? А убил. Конец. Подними. Там еще слева кто-то, походу. Так, а тут кто слева? Коля, не убегай от меня. Чего? Помоги. А, тебя поднять. Хелп. Я забыл, что тебя поднять. Блин, тут так показывают прям через тебя. Да, лаг. Капец. Не, в принципе, я нас... О, еще один. Еще один, да-да-да. Его же... Меня грохнули. Ну, я не знаю, его вроде бы это... Попал по нему. Он сейчас пока не проявляется. Вон он. Живучие все такие, капец. А, ты это? Рипнулся, что ли? Поход. Так, сейчас на тебя обратно. Нормально, хоть кого-нибудь убиваю, хоть ну, кого-нибудь да. Нашли, мне нравится. Так, можно... Ну, у меня 2 килла, 2 смерти. Блять! Пока смотрел таблицу, меня убили. Офигища просто. А чё я не могу деплойнуться? А вот, она как-то, знаешь, раньше двойным щелчком можно было деплойнуться, а сейчас что-то как... Не всегда нужно нажимать на слова найти. Так, а как так, на тебя, они например? Где-то опять сзади вот эти, да? Я пробегусь, посмотрю сверху, может. Так. Вон он, кусок говна. Куда ты лезешь? До свидания. По лестнице, сука, забирается. А тут нормально, кстати. Ай-яй-яй-яй! Иди на! Он там наверху кусок говна бегает по лесу. Два их. Тут чувак повис. Ты смотри, они сверху тебя. Блять. Я. Помогите! Он рукой так живет. Ну, ладно, я это рипаюсь быстренько. Ну да, ты недолго так живешь, конечно. Ну прикольно. Да. Так. Опять на Бэшку. Ну, а, блин, Бэшку захватили. Офигеть. А. Так, теперь далеко бежать. Так, это получается... А кто тут вообще? Немцы? Мы за немцев. Мы за немцев, да. Американцы. Ай, блядь. Больно. Другого варианта нет. Где ты там орешь? Иди сюда. Нормально же общать. Да, ешь. Вообще убивают звери какие-то тут. Так, куда? Да, мы те еще тут. Не бей стекла. Игроки. Чувак стоит, стекла бьет. Сейчас я к тебе эту. Прыгну через 3 секунды. А че тебя кто-то убил? Да. Горы они там валят.
У них место хорошее, там снайперы где-то сидят, крысы. Крыса. Все, чувака выгнал. На, попробуем пробежать, посмотрим, что там. Давай. Картинка сочная, и, блин, так хер кого заметишь просто. Ну да. А они нас замечают почему-то. Читеры, по-любому. Ну, да, либо читеры, либо привыкли просто. Мы-то не привыкли. О, ты видел? Снег с этого упал. Убивай. Все. Там наверху, видел? Не-не-не, я тут за укрытие зашел. Ёпа-мать, как все взрывается. Деревья падают. Не, ну это, конечно... Да, это, конечно, очень круто выглядит. Открывай дверь! Блять, совсем... А, наш танк, надеюсь. Да, наш танк. Наши ребята... О, тут можно подлечиться. Если, короче, надо. Вот, да, я не могу выйти. Я слишком жирный для этого окна. Я не могу. Так. А чё, пацан, ты живой? Блять, я тогда... Там слева, слева, когда из окна выходишь. Ты тоже, да, умер? Нет. А ты где? Я тебя подниму, если что. Я вот валяюсь. А, ты что-то вывалился. Сейчас, сейчас. По текстурке смотрю. Жалко, ползать нельзя было, очень прикольно. Но я сейчас, наверное, вижу. Брат, ну, вот там рядом пацан стоял, не поднял. Сейчас. Блин, ты уже умер, что ли? Давай. Ага. Ну-ка, можно тут наверх, на эти залезть? Нельзя. Танки, ну чё стоим? Танки, блядь. Deploy point you selected. Ох, блядь, no longer available. Типа у нас поинты на деплое. Я не могу вот на тебя, например, прыгнуть. Может, а это могу прыгнуть на этот, типа поинтов не хватает, говорит, поинтов на деплое. Ну я тут появился, у меня деплоит. Блять, нихера тут долбит. Кстати, вот эта зима напоминает этот Bad Company 2. Bad Company 2 тоже такая зимняя карта была. Тоже в онлайне, когда гоняли. Ух, дома! Ни хрена себе! Не, ну нет, это круто. Дом рушится, да. Да. Вообще так туда. А подай. Где? Страшно. Пиздец тут мне. Да. Вынесли полдома. Да хорош! Блять! Они сломали, я провалился на первый этаж, прикинь. Блин, это реализм. Прикольно. Блять, вот чувак бегал сейчас по мне, наш же, блядь, и ни хрена не поднимает. Ладно. Звуки такие, просто жесть. Угу. О, где ж ты стреляешь, кусок говна? Сейчас я к тебе. Тут, короче, то ли через время какое-то. Я не вижу, по крайней мере, никаких. Все, я к тебе прыгну. На Q раньше уже была помечать, а сейчас ты что-то типа делаешь, типа чек ту зону и все. Чек таун нос и так далее. Ну, типа проверить. Нету этого. Но нету пометки противника, это плохо. Раньше раз... Что такое? Так, я тебя потерял. А это нельзя, что ли? Это запрещенное, да, место уже, все? А, да, ну... это типа return, вернись обратно. Тихо, где стрелять, кто снайпер, крыса? Откуда? Меня откуда-то сзади стреляют. Ай-яй. Есть, убил. Убил снайпера. Угу. Блять, сколько их там. На тебе. Ай-яй. А ты за снайперки, да? Да, я снайперку взял. Так, как тут можно хилить? Что тут за кнопки еще есть? Не, ну снайпером прикольно, кстати. Если попадать. Ну да. Это будешь как я в этом много. А что такое? О, закончилось? Ага. Да. End of day 2. О. Получается, в принципе, мы... мне очень понравилось. Да, нет, вообще классно. Вообще шикарно. Не, ну в первой же тоже оптимизация хорошая. Ну да, да. Я помню, единственное, вот когда тоже в бетку так же играл, она так иногда притормаживала. Но у меня тогда и видюха была другая, поэтому... Не, тут все четко. Прям. Они, наверное, что-то интересное рассказывают, но... Тело пропустить нельзя никак. О, девка. Девка, смотри. Да, а, так это девки. Подожди, это эти, то ли японцы, наверное? Ну, похоже, да. Или китайцы? Потому что я думаю, что мы против англичан или американцев сражаемся, оказывается, это японцы или китайцы. Просто я так понимаю, что это первая, да, мировая?
Ну, скорее всего. Хотя, надо было на танки посмотреть. А, ну да. Слушай, нет, танки вроде такие уже серьезные, иначе вторая. Там тигр, кажется, стоял за нами. Ой, эти. Так, ну я нажал Continuum. Мне уже картинки какие-то показывают. Ну, вот. А, опять этот же уровень, да? Ну да, они, наверное, сюда парочку только добавили. Так, что, куда прыгнем? Так, я вообще на самолет сейчас смотрю, короче, как они летят. А, вот все, появился. Кто-то прыгает, стоит. Давай на это. Так, а ну я вот, появился. Я все, я на тебя прыгаю. Ага, все. Хорошо, что так можно. На самом деле, а то да. Бегать, искать. А, вот мне теперь, да, самолеты тоже показывают. Это какого, полярное затмение, да? Так называется? Или как сияние. Сияние, точно, я все. Блин, а можно с этой пушки стрельбануть, нет? С огромной. Смотри, тип сидит, стреляет. С огромной нельзя, но вот с этой, с маленькой можно. А может, можно с огромной? Нет, нет, нельзя. Блин, тут правда, я теряюсь тебя, хер найдешь. А что, реально по самолетам стрелять или что? Не знаю. А, они с них прыгают, офигеть! Так они прыгают. Охренеть, я помню, блин. Я же тоже когда подключился на сервак, типа, и думал, что за фигня? А, во, я отметил вон аки. Это, я думаю, что за фигня, не могу никуда двигаться, смотри, тут... кроме как с самолета. Ага, тут чувак сейчас передо мной эти, оборонку, короче, поставил, ну эти насыпь, мешки офигеть. С песком. Блин, да тут, если так все сделали, это вообще охрененно же. Да. Скачок прям. Пацан бегает, походу. Убили. Так, ладно, пошли вперед. Снег, конечно, не самый детализированный, но потому что в бетке они не стали, я так понимаю, что с графонием выёживают. Не, ну, они купишь себе 2080, и думаю, будет тут все на максимум. Да-да. Тихо, не надо меня стрелять. Все нормально же вообще. Кто там минами кидается? Не знаю. Я вот просто пытаюсь найти... О! П! А чё... Ты где? А что у меня за оружие такое было? Я вот здесь валяюсь, он просто передо мной лежит. Я на тебя сейчас это деплою. А, давай. Так. Просто я этот удивился, там поворачиваюсь, знаешь, там дофига просто. Ай-яй-яй, стреляют. Не, я ухожу, короче. И ты под огнем, взял, да, бы тоже и снайперка. Ой, снайпера бы взял тоже. И вот тут где-нибудь встали бы, пошмаляли по ним. Так, давай. В гуще, конечно, это весело, но, блин, часто убивать не хочется. Есть. Медика вижу, штурмовика вижу. А самый вот последний снайпер. Угу. Так, ну я деплой. Угу. Блин, прикольно, кстати. Ничего так выглядит. Блять. Прям в головешку дали. Халё. По-немецки тут это. Чувак, подними. Ой, спасибо. Ну, да, выглядит все как это, во Второй мировой. Ну. Это своего рода такой ответ, наверное, колде, чтобы вообще все забыли, что такое. Угу. Тихо, куда? Не попал. Я попытался. Там пацаны с парашюта прыгают. И найти бы хоть одного вот так со снайперки бахнуть. Они что, тоже двигаются, как эти умалишены? Ну. Никого пока не вижу. Блин, и наши еще по-немецки разговаривают, ничего не понятно. Интересно, а сделают перевод? Обычно же батлушки всегда там типа переводят. Ну тут, играть. Я не знаю, компания тут будет вообще или нет. А, вроде я говорили, что опять будет, но вот опять такая же коротенькая. Ну и плюс еще вот это кинематографичное, да? Но. Самолеты летят, их сбивают. Чувак упал. А так, попавшему выстрелил на всякий случай. Добил, да? О, падают ублюдки. Угу, вижу. Блять, патроны закончились. Не вовремя. Пойдешь. Ну, умирай же. Слушай, он не умирает. Там пацан, короче. А, или все. Ага. Умер. Не, он скорее. Ну опять это. Текстурка просто. Он дергает. Заглючила. Я не знаю, убиваю ли я кого-то. Мне показано, что я типа попадаю, а потом красненьким, типа, я убиваю. Но я не знаю. А, двоих убил, да. Вот этих двоих забагованных пацанов. Так, я одного. Вот кусок говна читерского. Ползает, бежит один. Где ты? Ах ты, крыса. Все, я к тебе. Я его не вижу. Блин, у нас что-то уничтожили, да, получается? Есть! Что-то там. Слушай, реально со снайперки вообще офигенно. Не, со снайперки прикольно, да.
Я прямо. Блин, это... спускаются еще ублюдки. Ау! Че, убили? Вот это меня сейчас бошку снесли. Сейчас, сейчас, сейчас. Поднимаю. У меня еще водичка есть. О, спасибо. Я тебе там что-то сказал. Без всякого равна. Ага. Так. Банального. Где они? Где-то ж там были. Их много там. Так, главное их уходить. Ну-ка, что у меня граната есть какая-нибудь? Блин, а что так это настреляли на это? Надымили, ничего так не видно сказать, вообще. Блин, а что так дорого? Офигенно, ну что так дорого? Я попал. Есть. Вообще. Бля, чувак крыса, тут прямо крыса. У нас. О, мне дали очки за него. Отлично. Есть. Да что ж ты перезаряжаешь, да подает. Слушай, блядь, он не перезаряжается, не когда он смотрит в этот, ну, реалистично сделано. Блять! Он там заходит! Он прям зашел! Я не знаю, как на пистолет переключиться. На вторую кнопку. Кроме колесика. Ну, второй? Либо. Ай-яй-яй! Слева! А справа. Убил его. Угу. С пистолета уже. А, сейчас подниму. Бегу, бегу, бегу. Прикольно, что любой класс поднимать но может. Хотя бы вот такой, не надо, да, медиков обязательно. Потому что бывает так, что ты пол игры просто в таверне лежишь и смотришь на другие. Да елки я косой, а. Перезаряжает у нас. Попал. Там блядь, не вижу их. Да блядь, граната, моё. граната, уходим. А, понял. Да перезаряжайся ты, а. Слушай, у меня так долго перезаряжается. Вылезет, нет? Я же, блядь, в голову прям попал. Что за херня? Да елки-палки. Охренеть, меня тут... Я тут сальто сделал, короче, от гранаты. Если сможешь, подними меня, я тут валяюсь. А я тоже валяюсь. Да, ну тогда, ладно, рипаюсь. Скипнуться, блин, хорошее место такое. Они пытаются тут со всех сторон прийти. Блин, не ожидал, конечно, что так все будет прикольно. Потому что они реально... Батлу делают с каждым годом все круче и круче. Для блин, онлайна именно. Я не могу потому что к тебе. Как-то актуальность же падает вот этих всяких CSGO, вся этого ну говна. Да. Просто, ты просто бегаешь там с автоматом. А нужно чем больше техники, тем лучше. Тут и самолеты какие-то летают. Угу. Нет, тут, во-первых, интересно сделали все. Вот эти заграждения да? какие-то ставишь. Мы, конечно, еще не умеем это, что как. Нам да, все ну, непонятно. Но, блин, конечно. Если это можно делать, то это очень круто. Мы только скачали, впервые, собственно, играем. Пока сложно разобраться. Так, а что, я могу вот эту запустить, что ли? Да, слушай, я ей держу. Пиу! Я в самолет попал. О, я тоже могу. Круто. Где-то стреляй. Не, выходим, выходим отсюда. Это, конечно, классно по самолетам стрелять, но... Вон сзади, сзади. Сзади, да? Крысюк. Ах ты крыса, а? Он там это, пригнулся. Ай-яй-яй! Это кто, сзади что ли уже? Угу. На, снял его. Блять, там еще один! Выживешь? Постараюсь. А то я пока лежу, у меня чуть-чуть осталось. Блять! Братская могила у нас тут с тобой. Слушай, вода еще зеленая такая. Так, нам, типа, я это на нижнего. Блин, она не помечена, вот эта фигова. Я возьму, наверное, это, пулеметчика какого-нибудь. Так, а почему, куда меня кинуло? Короче, нифига, куда? Слушай, ты можешь, короче, shift зажать и в дом ворваться прям так. А, конечно. Да, я видел, прикольно. Но. А ё, просто ты хер попадешь, они разбегаются, как эти. Есть, попал. Плохо. Есть. Блин, пулеметчик, кстати, крутой чувак, на самом деле. Мочит неплохо. Там эта сирена звучит. Угу. И вновь продолжается бой. Ты там на мост залез уже? А это не та же карта, может, просто только ночью? Та же, мы просто с другой стороны, да. А, и ночью. Надо попробовать то, что эти крысы делали. Я вот никого не вижу. Почему-то я здесь всегда обитал, а они, блин, не хотят. Это нечестно. Самолет упал. Ну да, упал, конечно, он не очень. Я-то думал, он сейчас столкнется с землей, взорвется эпично, там взрывы, крики, кровь, конечности. А в итоге он просто упал носом вниз и приземлился так аккуратненько. Под тобой чувак там должен быть. Да? Угу.
Я слышу, что кто-то стреляет, но не пойму, где что. Сейчас к тебе постараюсь прыгнуть. 5 секунд. Свои. Может быть, это вообще тут... Я просто думал, что это респаун. Чуваку. Все, я у тебя. Так, ты прикрываю. Нифига себе, у тебя... Ствол нормальный такой, да? Рабочий, рабочий. Так, что тут никого. Ну, это нечестно. Мы те еще солдаты, я смотрю. Ну да. Там нас захватывают что-то. Мы, мы изучаем мир. Да. Но видишь, пока ни танков, ни мотоциклов, ни всей этой жести. Где-то орёт справа. Или ты орёт. Не знаю, просто твой персонаж орёт, или кто-то нас пометил. О, давай я сейчас разбега дверь открою. Давай. Блин, сюда нельзя! Куда? Просто меня это, ну, с разбега получилось дверь открыта, просто там эта зона не та. Ладно, пойдем повоюем. Угу. Ну я же пытаюсь найти путь к войне. Они все где-то воюют, непонятные места. Мы без палива. Мы что там, проигрываем? Выигрываем? Понятно. Блин, у них чувак 15 человек убил уже. Так, где-то тут рядом, кстати, стреляют. Блин, еще свет тут в глаз. Не, игра ага. Света очень крутая, конечно. Ты видишь, там эти полотна так шевелятся от ветра. Прикольно. Всем при этом, я думаю, что... Где? Где-то здесь наверху. А, это нашего завалили! Сука. Вон там, да. С другой стороны был. Я просто по направлению огня побежал. Не посмотрел на карту, что... Блять, у нас уже. А, тебя тоже убили? Или нет? Да, я лежу. Воскрешаться. Самолеты летят. Не-не-не, другого. Назад. Не хочу этого, хочу. Блять, ладно. Так, ну я к тебе. О, как раз у тебя там это... Плохиш. Малыш Плохиш. Это напротив должен быть. Наверху. Смотри, сидит ублюдок. Хорош. Ты его снял, да? Охерели, да-да-да. Слышь, орёт. Офигеть. Да. Можешь пойти добить его, козел. Где-то... Это свои. О, пацаны, вперед! Наступление не помешает. А куда ж вы стреляете? Я никого не вижу. Да они куда-то стреляют себе. Тихо. Кто это? Жесткий. Вот он лежит, лежит ублюдок, лежит внизу. Убивай. Крыса. Только осторожно. Я не знаю, вроде бы это. Вроде бы бомбанул. Ай! Ой-ой-ой. У нас тут полиглота. А как ты поднимал? На Е. А то я ножом их режу. Ой-ой-ой. Что-то снайпер, походу, вообще поднимать не умеет. Не-не, я же поднимал тебя. Может, уже дохлый просто. Может быть. Не поверил он в братов своего. Так, мне надо хил. Где-то был хил, побежал я лечиться, короче. Да ничего не знаю. Я сзади лежу там. А, не, сейчас. Я все, я насмерть. Короче, я понял, если тебе в голову. А, не, нет, ты живой. Бегу. Значит, я ничего не понял. Надо будет класс поменять, все-таки. Побегал, надо кого-нибудь. Не, ну сейчас. Еще раз убьют, тогда поменяешь. Так, ну да. Блять, сзади! Я... Ну, тут фигово с этой снайперки, потому что я, блин, это... Стреляю, и потом он перезаряжается долго. А, да, ох, это да. Ох, елью накрыло, просто жесть. Не, короче, это... Тут уже только вообще. Злодеи бегают вокруг меня. Хм. Да. Значит, кого? Первый, второй, третий, так, ну... Чё, кто правда? Свой класс. Давай, деплойся. Чё медик, интересно, делает? Да, наверное, тоже с дробовиком бегает и эти раскидывает. Аптеки, потому что видел, у тебя персонаж бежит такой этот, и у него в руки берется какая-то это... Хрень, похожая на аптеку. Вот мне кажется, что это медик, типа, раскидывает. Блин, надо... Как переключать эти... стиль атаки? Или как это правильно называть? У меня автомат стреляет не очередями, а это, значит, один. Ну вот это не знаю. Блин. Я на какую-то кнопку это все включил. Там валяется. Там да убивает. Блять! Уже где-то у нас, что ли, здесь? Не понимаю вообще, как убивают и где убивают. И тут бревном кого-то задавило.
Есть! Просто неплохо. Присел, такое место крысиное нашел. Присел, чуть посижу. Просто везде огонь, реально страшно. А, сверху крыса стреляет, вон он. Его завалили. А вот он меня и убил, наверное. Сволочь. Он в доме на втором этаже сидит. Хорошая как раз позиция, такой сбоку расстреливать пытается. Так, вообще на самом деле очень динамично. Угу. И, блядь, все. Пинганула назад, и так раз все закончилось. Быстро заканчивается, ну это как ознакомительно, это понятно. Чем перерыв сделаем? Да, давай прервемся. Давайте, ребятки. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте там большие пальцы вверх, подписчики. Это Battlefield 5, бета-тест. Прикольно, круто. В Origin скачали, поиграли с Максом. В общем, все ссылки есть в описании. Подписывайтесь. Удачи, пока. Пока-пока.